Ребята, это Audi A5, 2 литра турбо, ген 3 мотор. Она уже прокачана в плане программного обеспечения ребятами из VS Performance. Большой им респект, все очень круто, динамично и с попкорном. Здесь стоит даунпайп. Мы же дорабатываем заднюю часть глушителя для того, чтобы это было очень сочно слышно, чтобы ее динамика, она соответствовала звуку, который выдает автомобиль. И наоборот. Поэтому здесь стоит управляемый выхлоп, две заслонки, он не очень громкий, для того, чтобы именно исключительно были слышны красивые прострелы, которые настроены здесь программно. Собственно, на ваш суд работа от ультравыхлоп. Поставьте оценочку. Прошу вас, умоляю вас, родненькие мои, хоть какой-нибудь комментарий, можно хейтерский. Можно тролливать, можно любой, мы постараемся на все комментарии ответить. Вот такой вот лайк вверх поставишь над любым роликом. Приезжаем и дадим тебе 5% скидку. В общем, офигенные 4 кольца, теперь еще с заслонками. Наслаждаемся, удивляемся, кайфуем. Кайфуем! Кайфуем! Сегодня мы с тобой кайфуем.